Мотор. Вау, какой он большой. 12 дюймов. То, что надо, бэйби. Стоп! Кто этот идиот? Ты почему? Ты на моем месте? Почему? Что это за дрянь? Чужие удочки? Кто видел такую большую акулу? Все это должно исчезнуть. Зачем ты влез в это дело, идиот? Что девку себе ищешь? Это мое искусство. Охрана! Слушай, дрянь, тут все мое. Все тут принадлежит мне. Мы хотим изменить это место. Я сделаю тебя богачом. Вы Томми Ворсетти? Но мне казалось, что вы... Правильно. Мы хотим тут кое-что изменить и начать зарабатывать деньги. Действительно, вы когда-нибудь думали... Но сначала нам нужна пара симпатичных подружек. Да, девочки хорошие, но вы... Эй! Почему все хотят все на шару? Так не получится. Кенди, я ищу звезду. Сейчас? Конечно. Но сперва я поговорю со своим агентом. Что ты делаешь? Надо было оставаться сегодня дома. Черт, ты можешь в это поверить? These are leather seats! From the dance to the park, please calm down. Move it, idiot! Идем! Мерседес. Привет, Томми. Соскучился по вечеринке? Ну что, крошки, хотите сняться? Конечно, если за это заплатят. Отлично, я беру вас. Садитесь. Ты что, пришел сюда размяться? Может, чуть позже, малышка. Ух ты, какая акула!
Как идут съемки, Стив? Кэнди смотрится натурально, а та новая девушка ненасытная. Она ограбила половину состава раньше, чем я начал репетицию. Все равно завтра отправляемся на место снимать сцены в лодке. Сцены в лодке? Какие сцены в лодке? Рыбаки в муках страсти, когда появляется гигантская акула. Что я говорил о гигантской акуле? Я сказал никакой акулы, так? Просто направляй камеру на Пунтанг. Ладно, ладно, Томми, ребята пробуют, да? Эти флаеры напечатаны? Да, но никто не даст нам распространять такие вещи. Это просто невообразимо. Не надо об этом беспокоиться. У меня есть свои идеи по дистрибьюции. Ладно, эй, Кэнди, полезай в мой трейлер. Вы должны делать то, что я говорю. Не волнуйся, Томми, все будет окей.
В чем проблема? Тихо! Да. Тихо! После близкой встречи с нимфоманами наш герой оказывается неспособным думать ни о чем другом, как о фаллической горе. В этот момент я хочу сделать сцену с баком картофельного пюре. Но потом мы... Ух! Все это дерьмо! Просто продолжайте! Продолжайте! Ты говорил по телефону о проблемах с законом? Конгрессмен Алекс Шраб начал предвыборную кампанию. Он борется за голоса пуритан. По слухам, он поддерживает запретные меры к, скажем, более плотским аспектам развлекательной индустрии. Я думаю, с этим проблем у нас не возникнет. По крайней мере, не должно возникнуть. Отлично! Ганди, знаешь, Шраб, вы, ребята, добрались до интересного? Прошу, скажи, это понятно. Это была часть... Или она говорила... Я никогда не скажу, все равно. Тебе лучше последовать за ней. И посмотреть, приведет ли она тебя в гнездышко. Есть камера? Да, дай ему камеру. Кэнди, можешь называть меня Мартином? О, Алекс.
Алекс, да, конечно, как скажешь. О, Мартин, как здорово! Эй, ты, дай мне камеру! Но я просто не могу проглотить это сейчас. О, ну давай, давай, дорогуша. Это похоже на сперму кита. Как ты не понимаешь? Но, Стиви! Как там мой режиссер поживает? Ох, борьба между артистической независимостью и действием мешает снимать. Но пока не спросили, да, все 4 видео будут сделаны. Лапочка, ты можешь держать анаконду в кадре. Она стоит больше, чем ты зарабатываешь. О, прости, Стиви. Я думаю, что нам нужен какой-то фокус для промоушена. Что-то, что может действительно потрясти город. Идея есть? Да, раньше использовали праздники, звезд, лимузины, ночное небо с прожекторами. Прожекторы? Опа, у меня есть идея. Да-да-да-да-да, блестки, лимузины, ух, премьеры. Эх, да, мадам, конечно, мадам, и пресса, и много огней. У меня действительно появилась отличная идея. Она поможет нам. Я знаю, весь этот блеск, фейерверки, как это прекрасно. Get out of my way, chicken!
Watch the loaders. Simply no manners. Томми! Мы справились с ситуацией в Printworks, а можешь поверить. Неприятности ли вроде того, дела пошли криво, мне надо идти. I got those clothes you want. Томми, это Пол. Крепос Амика? Что ты хочешь, Пол? Мне не нужна одежда от кутюр. Хорошо, друг, но ты же знаешь, что я не занимаюсь этим. Я тебе позвонил, чтобы узнать, могу ли я сняться в одном из твоих фильмов. В Англии я много всякого натворил, побольше тебя, сынок. Пол, спасибо за предложение, буду помнить о нем. Серьезно, помни обо мне после всего, что я сделал для тебя. Вот именно об этом я и пытаюсь забыть.